И всем привет! Ксюша Чайпот, и сегодня я вас научу, как работать в программе для деления цифрок. И мы погнали! Размер, начертание и шрифт. Сначала мы переходим на размер. Тут мы выбираем размер. Там вот так вот, увидите, он уже большой. Вот 72, он уже поменьше. И вот так вот выбираем. А вот. Я всегда выбираю 120. Вот, но вы можете по-другому. Просто я так выбираю вот это. И потом, чтобы его передвинуть, просто видите, тут у нас, когда вы сюда навели, тут у нас появилось такой крест. Ну как крест? Ну короче, вы поняли. Вот, и мы задерживаем ручку, вот так же передвигаем. Вот, видите, оно передвигается. Если мы допустим тут поставили, вот, то видите, оно уже вот тут. То есть оно уже посередине. Вот. Вот. И поэтому вот так вот это делаем. Все, поставим. Вы можете его тут
и вот тут, и вот тут, и вот тут, и где вы хотите. Ну, я советую вам ставить вот так вот, так все, потому что... А все потому, что так будет посередине экрана видно, и так будет хорошо видно, и короче. Короче, переходим на чертание. Вот. Тут мы можем выбрать жирно, то есть вот так вот оно будет просто, а вот так вот жирно. Тут мы можем выбрать, оно будет чуть-чуть наклонено или нет. То есть оно так будет ровно, а так вот так. Вот, видите? И вот так вот использовать. Вот. А вот это, чтобы внизу была такая вот полоска. Вот так. А вот это, чтобы тут была полоска посередине. Ну, я вот это использую, вот это у меня вот это. Вот. Короче, выбирайте, как вы тут хотите. Вот. А потом переходим в шрифт. Вот. Переходим сюда, и тут у нас есть разные шрифты, то есть вот. Но только вот эти вот, если вы будете вот это, то он не изменится. Поэтому он вот тут вот изменится. Ну, короче, он чуть-чуть потом изменится. И вот он, вот такой вот можно. Вот такой вот, вот такой вот. И это не самое начало, вот самое начало. А вот это шрифт вот такой. Наверное, все эти шрифты вам знакомы. Вот, у нас даже есть такой. Вот, и тут можно вырезать даже на шрифт. А еще можно сюда нажать. Вот. И просто вот так вот крутить мышку. Тогда будет тоже шрифт. Ну, я обычно сюда нажимаю. Вот, все. Тут сделали все. Потом переходим сюда. Это какой цвет будет цвет. Вот, переходим сюда. Вот это можно не сделать. Тут мы делаем цвет. И тут у нас мы можем выбирать цвет. Допустим, вот этот. И у нас будет, видите, как это. Или вот так вот. Или вот так вот. Как хотите, выбирайте. Тут у нас должен быть оконтур. То есть вот так вот.
Если вы хотите сделать таймер, то мы выбираем уже не обратный счет, а таймер. Вставляем, куда вы хотите. Оправить эффект, как всегда. Длительность выбираем. И тут мы уже делаем. Смотрите. Тут мы выбираем, сколько там будет миллисекунды, секунды и минуты. Или минуты. Только вот так. То есть, если мы вот так вот, ок, то у нас будет вот так. То есть, вот это миллисекунда, это секунда, это минута. И вот так вот и выполним. Короче, мы это выбираем. Вот, и сколько нам будет времени длиться. То есть, тут можно вот так вот и вот так вот. Тут мы выбираем это все то же самое. И нажимаем ок. Все, вот так вот. Если вы хотите сделать текст, ну, вот там, ну, это надо тоже тут делать. Сейчас. Тут нам... Ой, ё-моё. Текст. Thank you.
тут ничего не надо. А если у вас...